Особое штормовое предупреждение объявлено на южном побережье Японии, куда движется мощный тайфун Ниагури. На островах префектуры Окинава бушуют шквальные ветры и ливни. Тысячи людей остались без света из-за обрыва проводов. Власти рекомендовали жителям не выходить на улицу и укрыться в убежищах. В префектуре Окинава объявлена эвакуация 500 тысяч человек. Тайфун Ниагури считается самым мощным из тех, что посещали страну восходящего солнца за последние десятилетия. Он движется к японским островам со скоростью 25 км в час. В центральной части тайфуна скорость ветра достигает 70 метров в секунду. Высота волн в прибрежных районах может достичь 14 метров. Ожидание удара стихии парализовало воздушное сообщение на юге Японии. Международный аэропорт Нахи, столицы префектуры Окинава, закрыт. Остановлено движение на скоростных автотрассах и монорельсовой дороге. Не вышли из портов суда. Ливневые дожди ожидаются и на других японских островах, а также в столице Токио. Тайфуны обрушиваются на Японию от 2 до 4 раз в году. Но в июле это случается редко.